за абсолютку идет. Давай, Паша. Вполне по силам сейчас Павлу заявить, в общем-то, такой же взгляд, который, допустим, вот Владимиру Кравцову будет тяжело перебить, потому что он тяжелее на 20 килограммов, чем Павел. Так что вполне. Вот если сейчас выжимает Павел Мясоедко штангу, то в абсолютке Кравцову будет очень тяжело. Очень тяжело. Давай, жми, Павел, идет. И вышел.